Jemand verschwindet. Myślę, że najlepszym przykładem państwa, który potrafi zadbać o interesy swojego narodu, swojej gospodarki, są właśnie Niemcy. Proszę bardzo, zamiast dotować niemieckie wiatraki w Polsce, czy tutaj jest bumar i widzę ten czołg, a my kupujemy za miliardy dolarów za granicę, żeby przyrobić parę groszy jeszcze kilku ministerków po drodze. Mamy przygotowaną ustawę antysitwową, bo Polska jest nasza. No krótce, Polacy wiedzą, że dzisiaj Paweł Kukiz, ale tylko zwrócił uwagę, że tylko on z Beata Szydła stał dzisiaj razem z górnikami i strajkował, da, z aktorami, Jurko wie. Ale o czym ja mówię? No na przykład, kiedy Polska z dwóch stron, armia sowiecka i Niemcy okrążyli, było na co narzekać Polsce. No kapiec, nikt ничего nie zrobił, prawda? No teraz na co narzekać? На что на что не на что. Да, не на что. Сами боритесь, что-то не нравится, боритесь. Ну да, а мы и что мы делаем? Да, и что мы и делаем? Поляки, включайте мозги, блин, и боритесь. Да, ну ваши, включайте мозг. Поляки уже добились. Шары комурки. Мне хоть бороться. Не, я что... Да, они построили себе нормальную жизнь уже. Так сейчас пытаются разрушить. Я что не... Не, они нажигают на немцев. Ну, Дуда. Не, ну то Дуда пожонку. Але поляцы, шисы там, народ... псевдонародовцы, ружно бегаем с камнями, кидаем там на манифестации всякие там, Варшаву оскверняем, без идеи никакой. Нарекает на немцы, немцы нас, блин, взвалтили, то все. Крусы поляцы, нема на что нажекать, чтобы бороться, то бишь, кто-то вальшич, попросту. И нема уж с двух сторон, нема ни роса, ни начера, ни немцы. Самим помалу, а то мама мне там скшевдили в школе, а иду я до Копач там, до директора, да, до Копач, а Копач курде про немецкое, про российское ешу якось, а и что далее, доком далее поляку ищу. Немаджи, так что сами помалу, як дичи на манифестации. Что, поляки, уже надо было давно понять, с Россией нельзя никакой мир. Они это давно знают. Вообще, ага, с Россией, бо Россия бомбардует и вчера еще в Сирию. Да они не любят. А Сирия потом у чека до... Сирия потом у чека до Европы. У них немножко меньше, но есть. А поляцы нажикаем, что нема ж одного там того эмигрантов в Польше. Они уж нажикаем на тех эмигрантов. Деньги России они учекаем от осада и от тех хорых мусульманчиков, которые там ружные там радикалове. От чинаем головы, которые головы режут там все. Да они учекаем. А кто бомбардует? Россия бомбардует. Хоррор, крутся поляцы. Балаган в голове. Вы старше уж быть, ну, таким низшим молосковым панством. Бежьте, как немцы, свои руки, как Норвегия, Великобритания. Уж вы старше, бо то теж наше панство. Польска то наше панство теж. Ура, ваши, то наши коллеги, наши, ну, не спульные, але спульные духов. Попросту, бо то есть наше панство. Наше спульне духовне панство, бо Джиніка же... Равные брати, нам старше не нужен брат. Журналісти з Майдана, журналісти, Джиніка же з Майдановські, критикуємо зараз Порошенковську владу, що і ми робимо, тут на Майдані, на мед Майдановський, теж критикуємо і допомагаємо там жовнежам армії як українські, так і охотніших добровольчих батальйонів. Вальчить зараз за свободу, вальчить, бо їх полова вже в інженні щеді. І власне, щодімо тут і хто? Нам оповіда о айдаровцях, турих замкнели до пердля. Юж рок за 60 гривень щеді айдаровець, який вальчив на фронті. За що? За те, що там подвозил его таксист, сепаратиста якийсь ватный, и потом напукал, та парова паскуска напукал, что он его хотел там душить, я что-то еще не заплачил. И рок уж хлопок щеди. Але самое главное, кто о тем не нам, майдановцам, поведжал? Бьянка Залевска, полька. А что он сюда вот так себе зовут? О чем уж мович? Так и то справа, бо поляцы нам помогают, барчи, не сами мы. Знаешь, это солдат, откуда знает. Так что поляцы досыч нажекач,
а будучи сами панство польське з таким самим потенціалом, принаймні, як і в Німчах. Polskie władze dbały o interesy polskich przedsiębiorców, polskich rolników na takich samych zasadach, jak czynią to inne kraje Unii Europejskiej.